Здравствуйте, мои дорогие! В эфире «Солнечная Индия». Меня зовут Людмила, и я приглашаю вас в гости на канал «Индия, какую вы не видели». А также я вам покажу, как живет обыкновенная международная семья. Это видео я должна была снять вчера, но у меня не получилось. Мы вчера ездили на Crawford Market. Вот, там, конечно, я кое-что купила. Но это я могла купить и поближе в других магазинах, а не ехать на другой конец Бомбея. Вот. А поехала я туда специально, там есть оптовый рынок, вот, где я покупаю обычно все вот эти кружева, тесьму, пуговицы, всякие аппликации. Вот. И как оказалось, все магазины открыты, а вот именно эта улица, где продаются вот эти кружева, они закрыты. Был какой-то праздник. Поэтому опять мы едем, и опять я беру вас с собой. Кому интересно, присоединяйтесь. Вот опять мы едем по мосту, который называется Силинг. И у него название в честь Раджива Ганди, бывшего премьер-министра Индии. Я вам уже раньше говорила, что протяженность этого моста, по-моему, 6 километров. И он существенно сокращает время проезда. Иначе нам нужно было, вот видите, где вдалеке вот дома, небоскребы, нам нужно было через пробки по всему городу ехать. А так мы срезаем огромный такой кусок. В общем, намного мы сокращаем себе путь. Стоимость проезда в оба конца 170 рупий. Не дешево, но я думаю, это гораздо дешевле. Если бы мы ехали на машине по этим пробкам, то бензина тоже бы немало сожрала машина наша. Вот опять мы будем проезжать по этой улице, где находится самый дорогой в мире дом Мукеша Амбани, в котором это считается самый дорогой в мире жилой дом, где проживает только одна семья. Вот я вам стрелочкой показываю. Кто не знает об этом, кто не видел мое видео предыдущее, пожалуйста, посмотрите. Там я вам рассказываю об этом очень таком знаменитом доме. К сожалению, я снимаю это все в движении, и солнце светит прямо в камеру. Нечеткое изображение. Ну вот, наконец-то я пришла в мои любимые магазины. Я не была, наверное, больше 5 лет. Посмотрите, какие тут все кружева. Просто я не могу просто спокойно ходить по этим магазинам. Да прям до дрожи в коленках. В первом же магазине начинаю набирать. Вот это, представляете, все из бисера сделано. Хотя я сама себе дала установку, что я возьму буквально по минимуму только для себя, потому что очень мало заказов, а у меня еще там гора этих кружев непереработанных. Но удержаться я все-таки не могу. Все вот эти замечательные кружева, так как это оптовый рынок, продаются полностью мотками. Моток состоит из 10, 20 или 30 ярдов. Ярд — это немного меньше, чем метр. То есть, ну, 10, ну, в основном тут, конечно, 10 ярдов. 10 ярдов — это около 9 метров. Как раз этого хватает мотка на сари. То есть они рассчитаны так, чтобы хватило обшить, например, купить плейн, однотонное какое-то сари, и пришить на него тесьму. Thank you.
Больно. А что, это мама тоже? और ये कैसे और ये आप कैसे देते हैं ये 125 यार्ड का तो बैलेंस हमारा 150 है हमारे उसमें ना अच्छा नाजुक स्ट्रिप का जो है ना हां गुड जो ठीक है चेक करके फिर हां एक नंबर ये दो एक मिनट अच्छा हार्ड का झूठ बोल रहा है और कौन सा है हेलो किशन भाई प्रॉब्लम में बोलो क्या आप समझ ले रहे हमारी दो कंपनी है दोनों का नाम पकड़ इसको मेरी बात बिल्कुल मत बोल ले दो Боже мой, какие же они красивые, нежные. Видите, вот все это вышито такими жемчужинками. Они берут белое и потом красят, окрашивают. В нашем городе я ничего не могу покрасить. Здесь они все окрашивают. Они мне даже предлагают белое кружево. Говорят, в какой вам цвет покрасить, мы вам покрасим. Вот еще раз я как бы последний раз взгляну на богатство этого магазина, пока мне там упаковывают то, что я накупила. Вот такой как бы небольшой, непрезентабельный, в какой-то такой вот за каком-то закуточке магазин. А там вот я набрала больше всего, потому что он тут как-то подешевле, чем вот я в самых первых магазинах заходила. Это уже другой магазин, соседний. Выходя из каждого магазина, я закрываю глаза и говорю, все, домой, больше я не смотрю по сторонам, больше я не захожу ни в какой магазин. Потом на витрине я вижу что-то такое интересное и, естественно, захожу. Ну, естественно, что-нибудь покупаю. व्हाइट में कोई बता रहे हैं फ्लावर्स में कुछ डाई कर रहे हैं नहीं लो फ्लावर यार अपनी ब्रोड नहीं जोड़ती मैंने जो आम जोड़े से भाई सीक्वेंस में ही चाहिए ना आपको हाँ सेंडिंग चाहिए थोड़ी सीक्वेंस हमारी फाइन जा रही नानी हुई तो अपन ये देखो छोटी पर ये सुनिए ये वायलेट मूव कलर का देखे हैं हाँ सीक्वेंस में देखो क्या वो मैडम रिमूव कलर का जो है ऑफ वाइट गोल्डन मिक्स निवेश ये कितने या फिर वाइट और व्हाट्सएप किया चार महीना पहले ये आएगा आपको 700 रुपये बंडल 700 रुपये बंडल कितना 10 यार्ड А вот посмотрите, какие аппликации.
вот, которые я пришиваю на костюмы. Это вот такие вот традиционные, они такие как копор, как медные. Я не люблю такие вот, чтобы золотые такие блестящие какие-то были. Вот такие в самый раз. И еще я несколько там взяла цветных, недорогих. Это вот слишком такие большие. Пока как-то я... Ну, для заказчиков я не хочу брать, а для себя я такое не очень ношу. Ну, а для заказчиков неизвестно, когда у меня будет такой заказ. Когда это я реализую. Вот такие тоже для вечерних платьев, для каких-то курта тоже таких вечерних. Можно такую plain курта и вот такое украшение. А вот посмотрите, какое кружево, боже мой, какое оно объемное. Вообще. Оно, видите, таким полотном идет, можно разрезать полосками и пришивать. Вот еще, видите, из бисера сплетенное. Ой, не из бисера, из жемчуга. Почему я говорю бисер? Вот такая кольчужка. А здесь вот, посмотрите, полностью идут такие тесьма именно с зеркалами, вот как она блестит. Здесь тоже. Но я уже не буду заострять внимание. Мне уже пора отсюда убегать и не оглядываться, и по сторонам тоже не смотреть. Знаете, как лошадям вот такие шоры нужно надеть и ходить по этим магазинам. Из этого магазина я тоже не ушла без покупок, хотя не собиралась. Вот в следующем магазине тоже неплохие аппликации, но тут нужно брать оптом. Где-то хотя минимальная партия 25 штук одинакового дизайна, но мне как бы они не нужны. Если бы хотя бы им смиксовать можно было, так я не буду покупать. Ну вот и все. Я благодарна вам всем, что вы досмотрели до конца это видео. Надеюсь, вы тоже в восторге от увиденного. Хотя я снимала буквально, наверное, 10-ю или 20-ю часть того, что я увидела. Потому что было жарко, потому что мне нужно было быстренько сообразить, что купить. Ну и вообще, сами понимаете, тут и так как бы не фотографируют в таких магазинах. А тут еще ходит какая-то иностранка, тычет везде камерой, сует везде свой нос. Ну а обзор покупок я вам покажу в следующем видео.